أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, мы с помощью Всевышнего Аллаха продолжим наши уроки единобожия. И сегодняшний наш урок будет посвящен второму рукну имана, уверованию в ангелов Аллаха. Ибо в хадисе, известном хадисе Джибриля алейхиссалам, когда пророк алейхиссалам сидел со своими сподвижниками, к нему явился неизвестный никому, кроме Всевышнего Аллаха и пророка Мухаммада, человек в белых одеяниях, с черными волосами, на которых на одежде и во внешнем виде которого не было видно, что он издалека пришел. Он подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и, сев вплотную к нему, начал задавать вопросы. И на вопрос «Я Мухаммад, ахбирни аль имани», то есть «Мухаммад, расскажи мне об имане», посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, что «Иману ан тумина билляхи ва малайкатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льяумил ахири, ва бил кадари, хайрихи, ва шаррихи». То есть иман – это уверование прежде всего во Всевышнего Аллаха, затем в ангелов Аллаха, в Писание Аллаха, в посланников Аллаха, предопределение Всевышнего Аллаха и судный день. И предопределение нужно веровать, хорошее или плохое, которое нисходит от Всевышнего Аллаха Джалла ва Аля. И на вопрос, который непосредственно касается нашего урока, «Манхуль малайка», то есть «Кто это?», «Что такое ангел?» или «Кто такие ангелы?», отвечать нужно следующим образом. «Аль малайкату мин хулукиллай хуликат мин нурин, вахум ибаду мукрамун». То есть ангелы или малайки – это суть творения Аллаха. Это такие же творения Аллаха, какими являются и люди, мир людей, мир джинов и все остальное сотворение Всевышним Аллахом. Но только лишь в той разнице, что Всевышний Аллах Джалла ва Аля сотворил своих ангелов, малайков из нура, из света. И ангелы являются рабами Всевышнего Аллаха, которые постоянно находятся в поклонении Творцу, своему Творцу и Творцу всего сущего, и не ослушиваются его ни на долю секунды. И сказано также, что ангелы, или малайки, малайка, «Юсаббихуна ллайля ваннахара ла яфтурун, ай ла ясамун». То есть они восхваляют своего Творца ночью и днем без устали, постоянно восхваляют, постоянно поклоняются ему. Есть известное только Всевышнему Аллаху количество ангелов, которые находятся постоянно в руку'и, то есть поясом на поклоне. Есть количество ангелов, неизвестное нам, которые находятся постоянно в суджуде, то есть в поклонении ниц. Есть такие, которые восхваляют Всевышнего Аллаха, заполнив все семь слоев небес днем и ночью, есть те, которых Аллах посылает на эту землю, и так далее. Всевышний Аллах сказал в Коране, «Юсаббихуна ллайля ваннахара ла яфтурун». То есть они, или ангелы, славят Его, то есть Аллах, днем и ночью, без устали, не уставая. Они не знают такого состояния, как усталость. Особенно, если это касается вопроса восхваления и поклонения, то в этом они не чувствуют устали, как сказано в Коране. Также сказано в Коране «Ла яшуна Аллах ма амарахум ва яфалуна ма юмарун». То есть они, ангелы, не ослушиваются своего Аллаха, своего Господа, в его повелениях и выполняют, что им велено. То есть они не ослушиваются ни в чем, ни в повелениях, ни в приказаниях Аллаха и выполняют то, что им повелевает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Также сказано в Коране «Ули аджнихатим масна ва суляса ва рубаа язиду фил халк ма яша». То есть Всевышний Аллах сотворил ангелов с двумя
тремя или четырьмя крыльями, или крыльями, он приумножает творение, что пожелает. То есть он, Аллах, приумножает в своих творениях то, что пожелает сам. Субхану Та'аля. И в правилах, существует правило, дорогие братья и сестры, касающиеся ангелов, что их нельзя описывать ни мужским, ни женским полом. То есть Всевышний Аллах создал своих ангелов бесполыми. Среди них нет ангела мужского пола или женского пола. «Ла яджузу васфухума зукурн валя инэфе» звучит это правило, то есть не разрешается описывать их ни мужским, ни женским полом. Ибо в Коране сказано, бисмиллахир рахманир рахим, «Ваджа'алю лмалайката лладзинахум ибаду рахмани инэфе, ашахиду халкахум сатуктабу шахадатухум муисалун». Сура Зухров, 19 аят. Где Аллах говорит, что они, мушрики, то есть идолопоклонники, сделали ангелов Всевышнего Аллаха, тех, которые являются рабами Всемилостивого Господа, они сделали их женщинами. Они стали утверждать, что ангелы являются женщинами. «Ашахиду халкахум сатуктабу шахадатухум муисалун». Разве они присутствовали при их сотворении? То есть те, кто описывает ангелов женским полом, разве они присутствовали, когда Аллах сотворял их? Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены. То есть, уж Аллах в судный день спросит тех, кто наводил ложь на творение Аллаха, то есть на ангелов. وَلَا يَجُزُ الْغُلُوُ فِيهِمْ أَيْ أَلْمُبَالَغَةُ فِيهِمْ كَدُعَائِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. И основополагающим правилом, которое является правилом акиды в целом, и касается непосредственно ангелов, является, что не разрешается чрезмерность в их отношении. То есть не разрешается муахидам, муминам, единобожникам, мусульманам, верующим проявлять чрезмерность в уверовании в ангелов Аллаха. То есть аль-мубаляга фихим. А как может выразиться эта чрезмерность? Как то, что кто-то может обращаться непосредственно к ангелам. То есть обращаться к ангелам с какой-либо просьбой. Мы проходили на наших уроках, что аддуа или взывание и просьба является айбадатом, является поклонением Аллаха. И этот вид айбады, как и все остальные виды, нужно посвящать только тому, кто заслуживает этого, кто является аль-маабудом, кто является тем, кому поклоняются и люди, и джинны, и все творения Аллаха. И поэтому, дорогие братья и сестры, ни в коем случае не разрешается взывать к ангелам. И в этом выражается мубаляга, в этом выражается чрезмерность, проявление чрезмерности в уверовании в малаиков. И если кто-то спросит, а почему? Ведь ангелы постоянно поклоняются, ангелы безгрешны, ангелы сотворены из нура. Они постоянно в поклонении Аллаху, они постоянно восхваляют Его. Почему же нельзя ангелов безгрешных взять посредниками? Нельзя их взять посредниками, потому что, во-первых, Аллах запрещает брать себе между собой и между своими рабами посредников. Этого нет в исламе. Против этого выступает Коран и сунна пророка Мухаммада, и в целом ислам как религия. И потому, что «Лианнахум мин хулукиллахи ярджуна рахматуху ва яхафуна азаба». Потому что ангелы являются рабами Всевышнего Аллаха. Они также надеются на милость Его, как и мы надеемся, и боятся очень большим страхом, очень сильным страхом, боятся наказания Аллаха. И в этом выражается то, что они являются суть творениями Всевышнего Аллаха джалла ва аля. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Улайка аллазина яд'уна ябтагуна иля раббихим аль-василата айюхум акрабу ва йарджуна рахматаху ва яхафуна азаба». Аят 57 сура Аль-Исра, где Аллах говорит: те, кому они взывают с мольбами или с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу. То есть те из мушриков, из идолопоклонников, кто взывает с мольбами к ангелам, они сами, то есть сами ангелы ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других в этом виде айбада. Они надеются на его милость и страшатся мучения от него. И в этом аяте ясно сказано, что ангелы являются творениями Всевышнего Аллаха, которые страшатся его
наказание и надеются на его милость и стараются опередить тех, кто обращается к ним. В чем опередить? В том, что ищут пути приближения к милости своего Господа, джалла ва аля.